Приветствую вас. И да, такие люди есть. А чтобы стать таким человеком, необходимо в первую очередь осознавать свои желания, понимать, какие из них действительно являются желаниями, то есть представлены в сознании, и имеют соответствующие представления интеллектуальной формы, отличают свои желания от влечений, которые представления не имеют и являются природными, то есть, как правило, деструктивными. Имеют достаточное упорство, терпение, выдержку, целеустремленность для того, чтобы свои желания осуществлять, заручиться мотивацией, то есть понимать, для чего вы это делаете, осознавать смысл совершаемых вами поступков и постоянно совершенствоваться в чем-либо, в том, что вам нравится, в том, что вас интересует, постоянно развиваться, повышать свой кругозор и не бояться осуждения со стороны других людей, не бояться их сопротивление, понимать, что есть их интересы, а есть ваши. И главное, чтобы ваши интересы не вредили их интересам, а в остальном вы можете делать все, что хотите, если это не вредит другим людям. Вот примерно так можно ответить на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен.